знали этого парня? Да, это тот самый футбольный снайпер Александр Кержаков. В свое время ярко выступал за сборную России, феерил в питерском «Зените» и испанской «Севильи». А на сегодняшний день Кержаков – главный тренер Нижнего Новгорода. Для меня это, конечно же, новый этап, это серьезный вызов. Это то, к чему стремятся, наверное, все тренеры – работать на высшем уровне. Сейчас подопечные Александра Кержакова выступают в российской премьер-лиге. Это элитный дивизион нашего футбола. Нижний Новгород занимает 8-е место в турнирной таблице с 3 победами, 2 ничьями и 3 поражениями. И несмотря на то, что команда нападающего играет нестабильно, барнаульские игроки понимают, встреча будет непростой. Все-таки соперник из дивизиона рангом выше. Готовится, настраивается, дать бой. Вот, если коротко, будет очень тяжело. Есть у нас кадровые проблемы, Русланов не может принять участие. Исход матча станет известен уже завтра, 22 сентября. Встреча начнется в 16:30 на стадионе «Динамо». А что касается хоккеистов «Динамо Алтай», то их сезон пока не слишком успешен. Из 3 встреч лишь 1 победная. Правда, с хорошим счетом 4-0. Отметим, на алтайскую землю хоккей вернется 2 октября домашним матчем против команды из Набережных Челнов. Дмитрий Дроздов. День с толком.